8 октября, Махмутлар, Алания, где-то 7:30 утра, на улице прям свежо, ждем солнышко, там вдали Алания. Сегодня суббота, будет субботний базар, пойдем обязательно на базар, нам надо купить чемодан, что-то мы очень много всего накупили, и уже у нас с тем, что приехали, туда не влезет. Покажу поближе. Волны. Не знаю, будем ли купаться. Во-первых, холодно. Во-вторых, волны. Там плита вот справа. А влево, получается, плиты нет. Вот где дырки. Кто-то в кадр захотел. Солнышко появляется. Может, сейчас теплее будет. На волны можно смотреть бесконечно. Ударяются, разбиваются. Алания вдали. Казалось, солнце, но пока оно не греет. Солнышко. Здесь у всех в здоровом теле здоровый дух. Что-то делают, занимаются. Ну, водичка, я уверена, что теплая. По-другому быть не может. На нашем пляже не такие волны сильные, как там. Чё, доброе турецкое утро, идем на базар. И идти далеко. Сегодня суббота, а во вторник ночью мы уже уезжаем. 1:20 нас должны забрать, но это получается уже среда. Вот. Идем покупать чемодан. Хочу силиконовый, но будем отталкиваться от цены. Вроде как у нас
не сильно дорогие чемоданы. Ну там гора. Сегодня свежо, поэтому на море с утра мы сходили, но даже ножки не помочили. Холодно. Пальмы. Финики. Финики. Мандарины. Вообще. Идешь, просто одно удовольствие смотреть на растительность. У нас-то одни березы. А тут ни одной березы не встретишь. Вот так. Симпатичненько. Вот что это надо мной? И это надо мной апельсины, мандарины, не знаю, что это, но не лимоны. Дерево усыпано. Очень интересно смотреть. Так, дошли почти до Мигроса. И там у нас Мигрос уже. Там всегда много народу. Но цены не сказала бы, что самые дешевые. Мне показалось дешевле ВАЗ-101. Большой магазин. Дешевенький. Ну вот Мигрос. Идем дальше. Здесь вообще много интересного транспорта. Майбахи всякие. Каких только машин нет. Очень крутые машины. Интересные тоже есть. Д. Это означает дур. Это означает стоп, остановка общественного транспорта. Дома, дома. А здесь вообще не построили дома. Но застроят. У них быстро это все происходит. Там шелковица растет, похоже. Вот опять эти пальмы финиковые. Птички плывут. Солнышко хочет выйти. Пока никак. По морю там вообще как будто бы гроза шла. Вдалеке дождь. Ну, красиво же. Бананы растут. Ну, тоже магазин недорогой. Типа нашей пятерочки. Бананчики. Эх, чтобы я так жила. Выжил на улицу, бананы посмотрел. Тут опять ничего нет. Но это все тоже застроят. Они достаточно быстро строят дома. Потому что где мы в Кыргыджаке ходили, там в том году была стройка, а в этом году там уже живут вовсю. Гибискус одиноко цветет. Там собаки были, по-моему. Такие большие собаки. Что-то я здесь маленьких дворняжек не встречала. Все они здоровые. Вон там собака сзади. Пойдем-ка, там собака. Вон там, за вот этим павильоном. Доставка пиццы. На вот таких байках. Фикусы красивые. Подрезанные. Аптека. У них у всех одинаковые вывески, только вот тут под, ну, под надписью аптека, вот это называется Мервенур. А так вывески у всех стандартные. Ну, мы уже почти доходим до часов. Погода идеальная для рынка сегодня. В прошлый раз было очень жарко, там ходить не хотелось. Долго хотелось быстрее уйти.
сейчас, может, подольше походим. Вот здесь будет стройка. Какой-то камень навезли туда. Вон там стройка. Но погода еще не для купания. Прям вот 2 дня свежо. До этого все дни была жара. Даже ночью. Сейчас ночью свежо, утром свежо. И только к обеду разогревается солнце, печь начинает. А сегодня и солнце не уходит. Ставки на спорт. Здесь все кактусы, кактусы, кактусы. А самое интересное, вот где кактусы торчат, им побрили все иголки, чтобы они людей не поранили. То есть вот иголочек нет, а вот повыше уже подальше. Поймает фокус, нет, не хочет. Ну, с других сторон уже иголки есть. Вот мы идем. Получается, от района Кистель в сторону Каргыджака до часов. От часов надо повернуть налево, чуть-чуть пройти вглубь. И там огромная-огромная площадь, это все субботний базар. Вот эти часы, это центр Махметлара. Вот эти часы. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так от них. И вон там уже можно заходить в проход, там уже рынок. Какой прекрасный вид на горы. Замечательный. Вон там, вот где сердечко, поворачиваем направо. И там будет рынок. Мы идем, наверное, достаточно рано. И смотрим. Люди туда уже идут. Эту площадь потом вечером моют. Вот рынок уже начался. Рынок, базар. И вот так вот, и вот так вот. Турецкий базар. Фрукты. Гранаты. Не знаю, что это. Есть драгон фрукт. Маленькие-маленькие огурчики. Тут жарят лепешки. Виноград. Гранаты. Киви. По 10 лир киви. Как будто они здесь растут. Что, они здесь растут? Авокадо. Баклажаны. Яйца домашние. Арахис. Авокадо. Куда пойдем? Куда пойдем? Граната без косточек. Маленькие помидорки. Но в начале рынка дороже, а дальше уже будет подешевле. 20 лир. Апельсины зеленые, бананы. Это не только раскладывается все. Лимончики.
Какие красивые помидорки. Очень красивые. Вырон. Капуста. Брокколи. Редиска, что ли? Редиска. Такая большая редиска. Я такой не видела. Как свекла. Вот рядом свекла, рядом редиска. Большая, биг. Красивая зелень. Я и в прошлый раз, на прошлой неделе удивлялась этой редиски. Она еще больше. Яблоки. Драгон фрукт. Кукуруза. Полтора А в том году это по доллару продавалось. Угу. Помидоры. Еще редиска. Она вся такая огромная. Вот морковь большая, а редиска огромная. Зелень. Грибы. Это брюссельская капусточка. Маленькая. Перчики. Специи. Специи. Листья виноградные. Мираба. Сыры. Оливки. Колбаска. Опять сыр. Опять огромная редиска. Зелень. О, клубника. Посмотрим. Красота. Инжир. Атмосферненько. Черешня. Кизил. Куда идем? Белый инжир. Тут тоже жарят грызуны. На бочке на какой-то. Красота. Вообще. Сами башкасы я. Тут уже по 10 гранат, и там по 15 были или нет? Может, у меня уже глюки. Бананы 20 лир. Алания, местные бананы. Хотя местные вроде дороже были, да? Каштаны. Помидоры в листиках лежат. Аромат вам. Блин, тут девочка гранат кушает. Нет, я его купила, не надо.
такой турецкий рынок. Ой, какие красивые персики. Ой, какая красота. Красота. Орешки. Яички. Здесь можно... О, и мы выходим к вот такому виду. Потрясающему виду вышли. Тут что-то необычное. Это деревяшки. Это прикольно. О, для ключей можем такую штуку купить. Ступки всякие. А это что такое? Кто знает, напишите в комментариях. А вот это вот. Здесь, видимо, уже местные свой товар продают. Собственного подворья. Не, это белый. Это вот именно белый. Все, мы сделали базар. Купили чемодан, шопер для старшей, джинсы, шорты, костюмчик. Все? Денег нет. Ну, мы держимся. Вот, вышли опять к часам, все, идем в отель. Смотреть, сколько денег осталось. Нам надо, наверное, рубли менять будет. Рубли менять невыгодно. Но мы наличку не взяли, так как 28-го мы сюда приехали. И ровно 28-го заблокировали последние ходы по Тинькову. То есть в Тинькофф Мир тоже снять нельзя в Турции. Но мы покупали пару раз. Покупали мы переводами Тинькофф. Еще нашли здесь одного. Розочки красивые очень. Вот такой вот чемодан. 500 лир. Вот такая сумка. 150 лир. Нормально. Вот такие розы. Бесплатно. Удовольствие. Расскажу про покупку шопера. В общем, нашли мы этот шопер в одной точке. Написано 10 евро. 180 лир. Я хотела дешевле. Он сначала сказал 118, он перепутал. И как бы 118 я хотела за 100. Ну нет, говорит, нет. 100 нет. Ладно, идем дальше. Дедушка сидит. Турок по-русски вообще не понимает. Вот. Пишет на калькуляторе за такой же шопер. 380 лир. 380. Я говорю, нет. Он показывает на калькуляторе 300. Я говорю, нет. И уходим. Он сует, тычет калькулятор. Говорит, типа, пиши, сколько дашь. Я написала 150. Сказал, окей, окей. Дали ему 150. Он что-то на турецком сказал, типа, все, иди отсюда. Забирай и иди. Уходи, чтобы мои глаза тебя не видели. Отвернулся, обиделся. Но продал за 150. Это вообще, конечно, как дети малые обижаются.
если у них не купишь. Если дешево купишь, тоже обижаются, но первый покупатель, они не могут первого покупателя отпустить без покупки. Иначе у них день не задастся, и день пойдет на смарку. Весь базар. Так что, если вы идете утром, то можно очень хорошо сэкономить. Если вы идете вечером, то не факт, что вам уже продадут дешево. Чемодан 500 лир, изначально был 600. А кофточку взяли еще. Кофточку как топик. Ну, такая интересная свекрови. С 300 начиная. 270, 250, 220 ни тебе, ни мне. Я говорю, я не хочу, чтобы ни мне было. В итоге за 200 сошлись, потому что первый покупатель. Вот, так что 100 лир-то можно вообще смело торговать. А если чуть понаглеть, то можно и больше. А отпускать они вообще не хотят, готовы продавать. Ну, не прям, конечно, прям дешево. Но может быть то, что еще октябрь. Скоро закончится такой сезон у них. Вот. Поэтому вроде как продают.